Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору моего заказа и фраше, который я сегодня получила доставкой на дом, хотя заказ я вообще планировала получить 24-го. Вообще не знаю, зачем фраше делают сейчас вот с доставкой на дом, когда выбираешь графу там время назначить, да, иначе не получится тебе заказ полностью оформить на дом. Фоном, возможно, будет слышно беготню моего кота, который с недавних пор стал евнухом. Можете кидаться помидорами, но он у меня сидит дома, и я не хочу, чтобы он мне метил квартиру. Сейчас он у меня залез на стол напротив меня. В общем, я отвлеклась от дела. Ну, короче говоря, заказ я оформляла где-то дней 10 назад, наверное. И мне тут позвонил на днях мальчик, который обычно разводит, ну, этот СПСР, доставка на дом, курьер, да, и, в общем, говорит, что вот я вам в четверг привезу. Я так офигела, думаю, вроде во вторник. Ну, думаю, ладно, видимо, в других городах нашей области, возможно, или вообще в других городах, кроме Углича, действуют действительно так, как договорились на то время, которое назначили на тот день и туда, куда нужно. А в Угличе, видимо, делают через одно место. В общем, опустим эти немножко негативные подробности. Ну, в общем, у меня был код бонуса, вообще было 4 кода бонуса на скидку, на что-то еще, я уже не помню, и на бесплатную доставку, но я решила взять код бонуса на скидку 500 рублей, в общем, и у меня вышел заказ на 1027 с бесплатной доставкой на дом, как подписчику или подписчице, или по рассылке, уж не знаю, что там, кажется, клуб письмо или что-то такое, клуб подписки. У меня были подарки там, полотенчики, и, кстати, вот такие, кажется, полотенчики, я там половину тогда Аленке в подарок, точнее, ну да, подарок у меня был в официальном магазине, в офлайновском, и я тогда Аленке половину отдала. В этот раз я оставляю их себе, соответственно, потому что у меня как раз вот тут получается напряг вот с этими маленькими полотенчиками, они как раз пойдут в дело. В общем, у меня был подарок за заказ как сам по себе, и подарок за заказ за подписку, и плюс еще бесплатная доставка и код бонуса, плюс еще я попала как раз на эти скидки, где там 60% практически было где-то еще, и я заказала 3 своих любимых продукта, точнее 2 своих любимых продукта и один, который очень-очень хотела. Можете считать меня шопоголиком, потому что я, кстати, даже уже пробовала один, это вот в такой вот коробочке. Это у нас так лимитированная коллекция, палитра для макияжа губ Гранд Руж. 5 штук на один, ну и каждая по 1,1 грамма. Та, на которую я смотрела, та, которую я очень хотела, но меня все время душила жаба. Ну, как говорится, если... Ну, вообще, это говорится про шопоголиков. У меня уже очень маленький такой шопоголизм. На самом деле, очень редко это бывает. Но я думаю, что иногда себя надо радовать. И моя тетушка сказала, что у тебя и так всего дофига, когда узнала, что я сегодня получу заказ. Но я ей сказала, что пусть это будет моим подарком мне на день рождения, хотя до него еще целый месяц практически. Короче говоря, если на вас продукт смотрит, говорит, купи меня, купи, значит, этого, наверное, требует организм мне. Хотя говорят, что это шопоголизм на самом деле. В общем, вот такая вот под золото крышечка. У меня когда-то была похожая палетка, там было намного больше цветов. И это были блески от Avon. Я давно-давно, лет, наверное, 12 назад заказывала через девочку-представителя. Очень она мне нравилась. И кисточка у меня даже где-то еще заюзана, а блески давно уже, по-моему, в общем, давно, как бы сказала моя одна подружка на очистных. Вот такая вот она. Я надеюсь, видно. Вот так вот полностью она раскрывается. Я не знаю, удобное ли зеркальце, потому что я красила, в общем, тестировала, но думала, здесь вот видно, конечно, сделаю сводч, вот здесь я уже ее поюзала, немножко сегодня вышла до магазина, там прогулялась, еще по делам сходила, и в результате она, я не знаю как, может, она как-то смазалась, съелась, но, в общем, за час она у меня практически сравнялась с цветом губ, я ее наносила, соответственно, на бальзам для губ, потому что губы у меня периодически все еще сухие. Короче говоря, наносила кисточкой, но смотрелась я несколько другое зеркальце. Сейчас у меня просто бальзам для губ. Так. Это у нас ясный. Вообще, на губы она удобно наносится, но вот именно на бальзам для губ. Не знаю, как вот без него бы было. Наверное, надо было взять этот, так сказать, то, чем кисточку протирать, потому что она, подозреваю, мне сейчас с двух сторон-то ее поюзу, а еще три... Как делать? Непонятно. И оно действительно вот такое, как густая помада, если бы она была в тюбике.
Вот даже по нанесению чувствуется на коже, даже на руки. Ну и в отличие от блесков. Ну, возможно, она не особо стойкая. Сейчас я попробую теперь уже пальцем. Все, вот у меня такой палец. Я, правда, ее тут размазала, и вот она... В общем, видать, если ее размазать, то она впитывается так, что уже... Так, наверное, не смазывается. Потому что вот я пальцем сейчас ложу, и она уже никуда не девается. Только так, слегка, чуть-чуть подрастушевывается. Ой-ой-ой, кисточка у меня полетела. В общем, тут тоже на пальце, но у меня кожа загорела, я не знаю, насколько она точно будет придавать цвета. В общем, можно нанести в несколько слоев, можно нанести в один слой, и вот оно просто таким вот, ну, не сильно ярко. И то, что на мне сегодня было, фиолетовое, не фиолетовое, вот оно такое. Вот оно у меня взялось побольше. Ну, в общем, я надеюсь, будет видно. Мой тут кулак, у меня теперь эти пальцы. Ну, пока она мне нравится. Вообще, я на нее смотрела, очень хотела, и, в общем, я ей довольна. Можно, наверное, попробовать все-таки этот макияж губ, но я не знаю, как у меня по времени, как с камерой, и сегодня вот тестовое такое, можно сказать, видео, потому что я не знаю, если или у меня аккумулятор, его надо менять, или все-таки подзарядное устройство, которое придется менять. Так, еще я себе купила... Вот это, да, кстати, она по скидке, она вот именно распродажа была на 540, она мне обошлась, 540 рублей, вот такая, считаю, что, ну, в принципе, нормально. По 100 с чем-то там штучка. Это, ну, в смысле цвет. Это, ну, тут, естественно, мои любимые духи, первые духи, которые я в Фраше заказывала в 2011 году, когда только начала заниматься Фраше. Это цветочная диска, которая оригинал, ну, в смысле, именно вот такое, без лимиток, именно вот оно такое и есть. И оно у нас сроком годности до августа 2019 года. Это у нас до июня 2019 года. Ну, что тут цветочного диска? Цветочного диска, я думаю, все, кому не лень, знают, это 30 мл. Тут оно еще в слюде, у меня еще немножко, ну, почти полный пузыречек 30 мл есть, но это у меня идет в запасике. Долго думала, чтобы такое заказать, а потом увидела, смотрю на него скидка, думаю, ну, когда еще год? 729, что ли, оно мне обошлось, потому что я даже не знаю, у меня бумажка, по-моему... А нет, бумажка у меня тут, я ее еще никуда не зафигачила. Где у нас тут эта цветочная диска? Нет, оно 769 рублей оно стоило. Я считаю, что в принципе нормально. Раньше оно, конечно, было бы по скидке 750, когда-то там в 11 году, в 12-м, 13-м, возможно, даже в 2014 году. Сейчас оно, конечно, дороже, и раньше эти 30 мл стоили 950 рублей. В общем, можно сказать, по ценам 11 года, по тем же их скидкам. В общем, ну, на всякий случай прочитаю, что у нас тут. Эфирные масла, мандарина, апельсина, абсолют роза и ванили. Кстати, никогда не замечала, что тут, не знала, даже когда читала, не обращала внимания, что тут ваниль. Видимо, я все-таки люблю вот такое сочетание. В общем, очень я их люблю. На них, кстати, похожи Морган де Той или Морган де Туа. Как-то так вот просто назывался, я не помню, ну такой красный пузыречек, вот по цвету он примерно похож был вот на этот, у меня в коллекции есть, и в парфюмерии я как-то его описывала в видео. Очень похож по аромату. Потом я заказала себе вот эту маленькую маску, 219 рублей, кажется, она мне обошлась, да, 219, я примерно раньше за такие же деньги и покупала. Она, конечно, маленькая, тут всего лишь 50 мл. Ее хватает совсем ненадолго, но она мне очень-очень нравится. Я ее использую просто как умывалку. Ну, может, не каждый день, но где-то 2-3 раза в неделю. Ну, в общем, это глубоко очищающая маска против прыщей. Я ее чисто не против прыщей, мне просто нравится само вот ощущение, когда вот кожа очищенная после нее. Компоненты растительного происхождения, экстракт мякоти алоэ вера био, экстракт шлемника, экстракт яблока, водный экстракт гамомелиса. Я думаю, люди, в принципе, кто и Фраше пользуется, в курсе, что это такое, и открывать ее пока не буду, потому что у меня есть пока умывалки, и скрабик у меня есть, но она мне очень-очень нравится, жалко, что она, конечно, 50 мл всего лишь, но очень классная. Так, мне в подарок вот пришла, это можно было выбрать, плед, у меня пледов дофига, и фрашевский плед у меня тоже есть, я от него не особо в восторге, это такой средненький плед флисовый. Можно было выбрать плед, можно было выбрать тайминки, еще какую-то фигню, ну, там что-то еще такое. Я выбрала себе вот эту маску попробовать.
Я считаю, что нормальный такой подарок, полноценная маска, полный флакон, в смысле, тюбик 75 миллилитров. Сейчас извиняюсь, не так прочитала. Внутри тифрижиталь, мелко очень написано. Ну, в общем, восстанавливающая маска для лица, интенсивное питание. У меня тут, пока у нас были холода, я периодически сидела дома. Кожа у меня дикая была сушеная, такая жутко сушеная. Обычно у меня такая кожа бывает, когда я в Ярике больше суток проведу и возвращаюсь домой. Там в сессии обычно приезжала, она так отваливалась конкретно. Извиняюсь за такие подробности. В общем, ну, я думаю, что она сейчас мне как-то до зимы сама, а то и давно хотела что-то подобное попробовать. В общем, очень классный, я считаю, подарок. И еще вот второй подарок, ну там, соответственно, еще пробники были. Вообще знала бы, заказала бы шампунь, потому что у меня тот, который я у Аленки тогда нам не подарила, он мне не подошел. Но я в пустых баночках по нему подробнее расскажу, потому что это сейчас фаберликовский шампунь, а это видео все-таки и хорошо посвящено. Знала бы, что такое будет, потом бы заказала бы лучше себе шампунь. Ну, короче говоря, вот я себе пробник заказала, вот этот шампунь я пробовала, у меня был полноценный формат, он такой интересный, он не пенится, он такой действительно кремовый, он хорошо промывает волосы, они от него пышные. В общем, если вы вдруг будете где-то там в фраше и вам хочется шампунь или что-то новое, или попробовать побаловать себя, то я вот такой вот вам советую, в таком тюбичке там, просто как вот кремик, ну, действительно выглядит как крем, и он классный. По-русски тут, по-моему, ничего нету, или есть, но очень мелко. Ну, вот так вот он выглядит тут на другой стороне. Я, в принципе, завтра его с удовольствием заюзаю. Я думаю, не стоит, наверное, пробники в пустые банки сувать. Ну, хотя, не знаю, может быть, если будет настроение, то отправлю его в сухую баночку. Это у меня после тщательного смывания рекомендую, бла-бла-бла. Вот, откровенно говоря, не помню, что это у меня. То ли это то же самое, что вот у меня этот тоник такой, лосьон зелененький, то ли это что. Что это у нас? Натирующий гель-крем, короче говоря, это у нас. Возможно, это все-таки то самое, что у меня зеленое в тюбичке. Вообще, я что-то тогда ткнула, даже не помню, что я выбирала. И вот последний у меня пробник. Мне кажется, я что-то не такое выбирала в пробниках. Ну да ладно. А, то было вот это очищающий гель. Точно, это тот вот, видимо, зелененький. А это у нас матирующий гель-крем. Не припомню, чтобы я этот пробник выбирала. Выбирала что-то другое. Ну да ладно, может сама завезу, может кому в подарок суну так, в довесок. В общем, и последнее у меня это вот эти вот полотенчики. У меня, кстати, фиолетовое еще живо. Я, правда, уже стираю пыль там в комнате с окна, со стола и так далее. А эти я, соответственно, уже буду пользоваться. И как, ну, наверное, все-таки для рук, для лица все-таки мало. Ну вот, полотенчики. Сейчас я их все-таки достану вам. Власти давайте. Ну, соответственно, это вот коробочка эта. Обратно сюда. В общем, вот полотенька. Вот полотенька. Такое вот. И оранжевенькое. Ну и на них вот такой вот этот эфрашерский бумажку, тряпочку, дырочку. В общем, вот такой у меня был заказ. Если вам было интересно это видео, вы досмотрели до конца, то я не зря тут трачу время. Потому что у меня в 6 часов придут, так сказать, в гости. Слегка по делу. Ну и да, вот я пропадала, конечно, возможно, извиняюсь, возможно, не стоит извиняться. Но суть такая, что я слегка ушла в конвейт. И, соответственно, ссылку под видео оставлю, если кому интересно, проходите, смотрите, читайте, ознакомляйтесь, вдруг вам заинтересует, и вы тоже будете увлекаться. Ну, если не увлекаться, то хотя бы читать какую-нибудь из вариаций Пуэлла Магии, Мадока Магика. Но на этот раз это Судзуни, значит, мне так понравилось. Брошенная манга была, и, в общем, частично, наверное, все-таки спинка наша вайпениста, я этим занялась. В общем, видео там по аниме будет тоже, я постараюсь на этой неделе записать, в крайнем случае, на следующей. Но если что, попинывайте меня в комментариях. И, в общем, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!